Шалом, возлюбленные! В этом месяце мы снова вспоминаем о смерти и воскресении Иисуса. Это доказательство Его великой любви, которая спасла нас от наших грехов. Поэтому, дорогие, давайте совершать спасение, которое дал нам Господь Иисус Христос, и пребывать в близких отношениях с Иисусом через искреннюю молитву, хвалу и поклонение в Духе и истине. Так мы угождаем Богу.
Возлюбленные, давайте послушаем особенное послание от пастора Ника. Пусть слово, которое вы получите, направляет вас и приносит мир в вашу жизнь. Отец, спасибо за это утро. Мы собрались в молитве. Отец, Ты посещаешь нас таким чудесным образом. Здесь, рядом с Тобою, избыток радости, полнота радости. Иисус, спасибо за этот день. Ты помазываешь каждого из Своих детей. Ты благословляешь и исцеляешь. Прямо сейчас Ты исцеляешь больных, отпускаешь пленных на свободу, утешаешь тех, у кого разбито сердце, Ты укрепляешь слабых и даешь новую надежду. Господь Иисус, Ты так благ, Ты так благ, очень добр ко всем нам. Отец, мы ожидаем, что Ты будешь говорить к нам через Своего слугу. Помазывай Твоего слугу, Авва, помазывай всех нас. Мы сидим в Твоем пребывании и готовы слушать Твое послание. Мы молимся во имя Иисуса. И все досказали «Аминь». Поаплодируйте Господу и воскликните Ему что-нибудь. Аллилуйя! Аллилуйя! Можете присаживаться. Шалом, возлюбленные! Сегодня мы празднуем Пасху. Пасха — это символ любви, силы, победы и чудес, которые Господь Иисус совершил для всех нас. Я вижу, что в процессе Своей смерти Иисус дал нам много уроков. Первый урок о молитве. В Гефсиманском саду Он был в компании Петра, Иоанна, Иакова. Иисус был на 100% человеком, и Ему было страшно от мысли о том, что ожидало Его впереди. И Он преподал нам урок о молитве. Молитве о том, чего мы хотим. Иисус сказал так. «Отец мой, если возможно, то пусть минует меня эта чаша. Воля Иисуса отражает нашу волю». Но Он на этом не остановился. Иисус дает нам урок. «Но пусть будет все не как я хочу, а как ты хочешь». Вот чему учит нас Господь. Какой же должна быть наша молитва? Иногда мы навязываем свою волю, но Иисус дает нам урок. Когда мы просим чего-то, и Иисус просил о чем-то, но Отец не ответил ему. Он знал об этом и начал молиться о воле Отца. Он сказал, «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала меня, и чтобы мне не пить из нее, то пусть все будет по Твоей воле». Возлюбленные, вот в чем воля Отца. Это молитва, которой хочет Бог. Многие люди стараются навязать свою волю. Что касается этого, то всем нам нужно приложить усилия. Возлюбленные, торговаться можно. Можно торговаться. Но опять же, вы не должны навязывать свою волю. Вместо этого позвольте воле Отца исполниться. Возлюбленные, иногда Господь допускает проблемы и трудности в нашей жизни, и мы молимся, «Господь, пожалуйста, убери их, эти сложности, убери их от меня, ну, пожалуйста». Но Господь не убирает всю проблему целиком. Скажите «Аминь» на это. Но одно точно. Иисуса укрепляли ангелы. И, как говорит Писание, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Возлюбленные, Господь еще кое-что открыл нам о молитве. Он сказал Своим ученикам, которые уснули тогда и не могли молиться вместе с Ним, «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со Мною?» Давайте поаплодируем нашему Господу.
Иисус сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению». Дух бодр, но тело слабое. Возлюбленные, скажите, как часто вы молитесь молитвой «Отче наш»? В ней сказано: «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Господь, мы просим Тебя, не введи нас в это искушение. Мы часто это говорим, но нам нужно также бодрствовать в молитве. Если вы этого не делаете, то только просите в молитве, а так вы точно упадете. Библия говорит, что дух желает, а плоть или тело немощно, возлюбленное. Я верю, что сегодня Господь учит нас о молитве. В своих страданиях Господь учит нас. Когда Иисуса отвели к первосвященнику Каиафе, Его били, в Него плевали, но Он не отвечал тем же. Он действительно практиковал то, чему Он учил. Любите своих врагов. Если вы согласны, скажите на это «Аминь». Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji ku sembah Kau Tuhan. Делайте добро тем, кто вас ненавидит. Почему же я не могу услышать ваше громкое «Аминь» на эти слова? Если вы с этим согласны, вы будете практиковать этот принцип в своей жизни. Конечно, это непросто, но мы должны поступать так, как учил нас Господь. Благословляйте проклинающих вас. Молитесь за тех, кто вас обижает. Если кто-то ударит вас по правой щеке, подставьте ему левую. Ведь так? Если кто захочет отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. Все верно. Если же кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две. Слава Богу, что вы помните эти стихи. Но важно еще и делать все это. Делайте это. Иисус сказал: «Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда и благодарность? Не делают ли то же самое даже грешники?» Это урок, который дал нам Господь. А когда Иисуса отвели на суд к Пилату, фарисеи и священники забросали его обвинениями. Но что же сделал Иисус? Он молчал. Пилат даже был в недоумении. «Почему ты не отвечаешь на все эти обвинения?» Но он молчал. «Если ты прав, защищайся!» Но Иисус молчал. «Возлюбленные, если бы нас обвинили в том, чего мы не совершали, то мы пытались бы все выяснить, не так ли?» Но он молчал. Но сегодня я получил новый урок — молчать. Возлюбленные, со мной это часто случалось. Я могу сказать, что я один из слуг Божиих, которым уже надоело, что их обвиняют в интернете и в прессе. Меня обвиняли в том, что я никогда не делал. И в тот момент Иисус учил меня молчать, и я молчал. Это было нелегко, было больно, но Господь говорил мне: «Молчи, просто молчи». Именно это сделал наш Господь в то время. Возлюбленные, вот вам новый тренд. Если какого-то человека обвиняют в чем-то, то что он делает? Он пытается все прояснить сам. Это неправильно. Но при этом он прав. Возлюбленные, в тот момент Иисус получил терновый венец. Почему он должен был принять терновый венец? Иисуса повесили на крест.
почему он должен был висеть на кресте? Если вы прочтете Бытие 3 главу, 17 по 19 стих, то увидите, что там написано, что из-за греха человека против Бога земля будет производить терновник. Поэтому тернии — это символ всего, что приносит нам боль и страдания. Тернии в стране — это бедность, убийство, проституция, наркотики и так далее. Это последствия греха. Итак, Иисус получил терновый венец, чтобы искупить нас от всех последствий греха. Он — наше искупление. Иисус висел на кресте. В послании к Галатам 3 главе 13 стихе сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве». Итак, человек, висящий на кресте, проклят за всех грешников. То есть Иисус искупил нас с вами от грехов. Итак, Иисус принял терновый венец и висел на кресте, что значит, что Он целиком и полностью искупил нас от греха, а также и от последствий греха. Вы это чувствуете? Вы ощущаете, что свободны, а Господь подарил вам эту свободу. Сегодня в этом месте Иисус открывает нам все это. На Его голове был терновый венец, и Он висел на кресте. Он страдал за нас и принес нам свободу. Давайте поаплодируем Господу за это. Принимайте эту свободу. Вы приняли ее? Кто принял свободу? Помашите мне рукой. Итак, боль нашего Господа, она была невыносимой. Почему же Он пошел на все это? Чтобы искупить нас от греха и от последствий греха. Чтобы понести нашу печаль, болезнь, немощи и бедность. Иисус понес все наши страдания. Возлюбленные, на суде у Пилата люди кричали: «Распни его! Иисуса нужно распять!» А Пилат спрашивал у них: «Но какое преступление он совершил?» А они все равно, как заведенные, кричали: «Распни его! Распни его!» Тогда Пилат больше не мог помочь Иисусу. Он попросил принести ему воды, омыл руки и сказал: «Я не виновен в крови этого человека. Это ваша ответственность». Что тогда сказали евреи? Они ответили: «Его кровь на нас и на наших детях». Возлюбленные, я думаю, евреи не понимали, что они говорят. А ведь если мы откроем книгу Притчей, 28 главу, 17 стих, то там написано: «Тот, кто мучим виной за убийство, будет беглецом до самой смерти, да не будет ему поддержки». Возлюбленные, вы помните Каина, когда он убил Авеля? На Каине была кровь. Бог не убил Каина, но проклял его. Каин был беженцем и бродягой на земле. Земля не давала максимальный плод. Вот что пережил Каин. Также и евреи не понимали в то время, что они говорят. С чем же они столкнулись после этого? Они были гонимы. Все их гнали. Возлюбленные, я хочу предостеречь вас, чтобы вы не были ответственны за чью-либо кровь. Вы можете сказать: «О, я никогда никого не убью. Я не буду убивать». Вы можете не убивать людей прямо, но вы можете сделать это косвенно, доминируя над людьми.
Иногда это происходит очень тонко. Но почему вы это делаете? И чья это ответственность? Это наша с вами ответственность. Поэтому будьте осторожны. Многие люди даже не знают, что они ответственны за чью-то кровь. Последний урок, который дал нам Господь Иисус, когда был на кресте, с 12 до 15.00, вот тогда Голгофа вдруг потемнело. Иисус встревожился и закричал: «Эли, Эли, лема савахтани! Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Возлюбленные, это был пик страданий Иисуса. В этот момент Отец оставил Его. Почему Иисусу пришлось пройти через это? Потому что Он стал искуплением за нас с вами. Грешники отделены от Отца. И Ему пришлось пройти через это. Ради кого? Ради нас с вами. Возлюбленные, вот урок, который мы можем извлечь. Иисус любит нас очень, очень сильно. Поэтому Он просит нас любить Его всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей силой, а также любить ближних, как самих себя. Вот чего желает от нас Господь. Это Его главная заповедь — любите Бога и людей. Если вы хотите так жить, то скажите «Аминь». Давайте поаплодируем нашему Господу. Похлопайте Господу! Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, 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 oh bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah kau Tuhan. Terima kasih buat hadiratmu Tuhan. Господь, спасибо за Твое пребывание с нами. Спасибо за Твои благословения. Спасибо за исцеление, освобождение, ответы на молитвы, новую силу и новую надежду. Твои дети пойдут домой в радости, потому что Ты с избытком благословил их. Покрой всех нас силой Твоей крови, Господь. Избавь нас от лукавого. Благослови всех Своих детей. Используй их, Господь. Помоги им войти в третью Пятидесятницу, величайший урожай душ перед Твоим вторым пришествием. Спасибо, Отец, за Твои благословения для Твоих детей. Аллилуйя! Мы прославили, поклонились и послушали Слово Божье.
И в благодарность Богу за спасение, которое мы получили в Иисусе Христе, давайте продолжим жить свято и угождать Богу. Это приятно Его сердцу. Счастливой вам Пасхи, и пусть Господь Бог обильно благословит всех вас.